Сегодня утром в республиканской столице на пешеходном переходе сбили второклассницу. Ребенок попал в реанимацию. По рассказу очевидцев, от удара школьница отлетела на 15 метров. Состояние девочки крайне тяжелое. Она получила перелом основания черепа. Водитель заявил, что просто не увидел ребенка. Как считают инспекторы, за совершение аварии с причинением тяжкого вреда здоровью мужчине грозит уголовная ответственность. Родители школьницы просят всех, кто стал свидетелем ДТП, обратиться в дежурную часть Абаканской ГАИ по телефону 35 46 05.